Сегодня суббота, мы опять ночуем на Рылеево и хотим сходить в карьер. Мы были там с Надюхой прошлым летом. Вот сейчас весна очень робкая, очень-очень. Хотим с Иришкой сходить в карьер. Это тут рядом, если получится. Световой день увеличился, так что вполне можно позволить себе прогуляться. Всем доброго. Еще немножко красоты. Кстати, маску надо надеть. Я приехала на Рылеево. Вот наш дом. Сейчас жду Иришку, она уже здесь, сейчас выйдет. И мы пойдем. Вообще карьер где-то там. Но там обрывистый берег. А вот если зайти откуда-нибудь оттуда, возможно, мы попадем на более пологий берег. Очень хотелось бы. Если успеем до захода солнца. Кстати, Иришка сказала, что она смотрела по навигатору, она знает, как пройти. Надеюсь. Вот я ее жду. Должна бы уже выйти. Сверились с навигатором. Идем вперед. Скоро нам поворачивать направо. И пойдем мы совершенно на другой берег, не на тот, на который летом прошлым ходили. Я надеюсь, нынешний поход будет более удачным. Вот там, там он, карьер. Нет. Не там еще? Ну, почти там. Главное, что тут есть дорога, а не так, как мы шли в прошлый раз через гаражи. Знаешь, как было стрёмно. Шиномонтаж. И нам туда. Ну что, мы свернули в гаражи, и тут клёвая дорога. Вроде бы нам вперед. Как бы. Дорога должна привести нас именно к месту. Ну, собственно, мы уже попали на берег. Только нам надо пройти чуть дальше, чтобы выйти вон туда. Вот около этой вывески мы поворачиваем туда. Где собачки, блин, бегают, аж страшно даже. И нам вот куда-то туда. Мне интересно, вот это что, Тамбов? Ладно, все, пошли, идем дальше. Ё-моё, второй раз приходим на этот карьер. И второй раз подобраться к воде не получается. Он еще во льду. Смотрите, вербочки. До вербного воскресенья еще далеко. Целых 2 недели. А верба уже распускается. И тут такая тишина, никаких волн. Но говорят, что волны тут есть.
как же сюда люди ходят купаться? Ведь ходят же. Кто бы подсказал бы, сколько мы ходим его со всех сторон. В прошлый раз с Надюхой летом мы были вон там, как раз через берег. Как-то же сюда люди ходят, даже на машинах ездят. А нам не везет. Пока что мы не местные, раз не знаем, как подъехать и подойти сюда.